Нормальные пешеходы теперь идут в обход. Три моста через Сестру закрыты на реконструкцию. Металлическую конструкцию все будем красить в три слоя краской молотковой покраски. Основание будет выполнено из декинга. Пылесосы, фильтры, теперь газосигнализаторы. В районе объявились лжегазовщики. Покупки навязывают втридорога. Люди уже доверчивые очень у нас. И раз им сказали, что это обязаловка будет, то вот, понимаете, вот на последние деньги, значит, они стали приобретать приборы. Пожинаем плоды в раздолье небывалый урожай картофеля. Стараемся не упускать момент. Чем больше, тем лучше. Сыграем песню русскую, встречаем фольклорный фестиваль уже в пятницу. И сегодня узнаем о программе.